Югру преображают без малого 60 тысяч человек. Используя передовые технологии, они возводят для жителей региона качественные дома и социально значимые объекты, строят электростанции и водоочистные сооружения, улучшают транспортную доступность и городскую среду. В общем, делают все, чтобы жизнь в Югре была комфортной. Подробнее расскажет Наталья Акст. В данном времени у нас все квартиры щитовые, да? Только мебель расставляете, да, да. Можно заехать и жить уже в готовой квартире. Квартиры под ключ – один из трендов строительства современных многоквартирных домов. Такой подход значительно облегчает жизнь будущим новоселам. В этот жилищный комплекс с поэтичным названием «Новый горизонт» они начнут заселяться уже через месяц. Сейчас специалисты усиленно занимаются внутренней отделкой помещений, а также обустройством территории и детской площадки. Сейчас этот район возводится на берегу Иртыша, то есть здесь достаточно ветрено. Учитываются ли вот эти вот погодные там условия, да, для пристроительства? Будет ли комфортно и тепло жителям в этих домах? Да, конечно, учитывается. При проектировании это все закладывается сразу в проект. То есть это и увеличенная теплоизоляция, окна с энергосберегающими стеклопакетами. В последние годы стало очень применяться много современных решений. То есть это и вентиляционные клапана в квартирах, счетчики на все ресурсы, позволяющие в том числе передавать показания дистанционно. В окружной столице в основном применяется монолитно-каркасная технология. Это позволяет возводить многоквартирники в разы быстрее и воплощать любые архитектурные задумки. Благодаря отсутствию несущих стен можно сделать перепланировку помещения в любой момент. Поражает также прочность и долговечность таких домов. Строители региона не только осваивают передовые технологии, но и стойко справляются с экономическими вызовами. Возникали некоторые трудности, но рынок, слава богу, адаптировался. То есть все инженерное оборудование сейчас российского производства. Вот, и там, где были раньше трудности, это насосное оборудование, там электрическое какое-то, сейчас все уже российского производства. И мы вышли из ситуации тем, что стали более тщательно планировать поставки и закупки этих материалов. И на сроки сдачи объектов это уже на сегодняшний день никак не влияет. В прошлом году Югра перевыполнила план по вводу жилья. Новоселье отпраздновали 45 тысяч семей. Используем для строительства самые современные технологии, которые позволяют создавать качественные дома с наиболее приемлемыми для наших жителей условиями. За последние два года введено более 1 000 000 квадратных метров жилья. Мы находимся в лидерах по переселению аварийного жилого фонда. С 2019 года по настоящее время округ в тройке лидеров по темпам расселения непригодного жилья. За 4,5 года удалось снести более 340 тысяч аварийных квадратных метров и переселить в новые современные квартиры 23,5 тысячи человек. Помимо качественного жилья, в Югре строят крупные инфраструктурные объекты. Так, по поручению президента России Владимира Путина, в Сургуте возводят инновационный научно-технический центр «Юнити Парк». На его базе займутся разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. На территории почти в 70 гектаров планируется создать 5600 рабочих мест, из них 1600 высокопроизводительных. Сердцем этого научно-технологического центра, кроме, естественно, жилья, детских садов, школы и социальных объектов, мы предполагаем основных два. Это студенческий университетский кампус, который будет состоять из научно-образовательных подразделений с комфортными общежитиями, гостиницами, спортивным объектом. Ну и еще один центр. Вот если вы видите сейчас забиты сваи, вот это первый этап проходит создание генетического центра, геномного центра. Мы предполагаем, что уже к первому кварталу 2025 года он будет сдан под ключ. Вблизи самого крупного города Югры возводят еще один стратегически важный объект – новый мост через Обь. Проект реализуется в рамках региональной программы «Современная транспортная система». В строительстве задействованы свыше 1500 человек и более 300 единиц техники. Его планируют завершить в 2026 году. Участок дороги вместе с мостом составляет порядка 45 километров. Из этих 45 километров сегодня 30 километров дороги в работе, это отсыпка нижнего основания насыпи.
и строительство основного моста через реку Опит, 16 опор, все на сегодняшний день в работе, только разная стадия, из них на сегодняшний день 6 готовы, остальные там есть, где начальная стадия, вот 12 опора вот на заднем фоне видно, погружение сва идет. Буквально в августе месяце приступаем к сборке металлоконструкции пролетного строения на стапеле на левом берегу. А это сборка первого пролета, скажем так. Округ растет, югорчане становятся более мобильными, а бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь поможет ускорить эти процессы, а еще улучшит транспортную доступность для жителей и разгрузит нынешние маршруты. Все это обеспечит новый рывок в развитии Югры. Наталья Акст, Федор Тюменцев, Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, окружная телерадиокомпания «Югра».